Один праздник позади, и в честь 2, то бишь 8 марта, встречайте второй поздравительный топ. Как и в прошлом топе, места не по местам. И первое, о ком мы хотим рассказать, это богиня Аква из аниме «Богиня благословляет этот прекрасный мир». Богиня воды, сопровождающая души умерших в рай или дарующая перерождение. В нашем случае перерождение в фэнтезийный мир. По идиотизму одного из участников ее будущего пати, сама же и отправляется в тот же самый фэнтезийный мир. И чтобы вернуться обратно на небеса, ей и ее соратникам нужно ликвидировать владыку демонов. И все было бы замечательно, если бы все они не были на голову очень одаренными людьми. Обладает магией очищения, магией воды и знает некоторые фокусы. Имея высокие показатели, она может стать кем угодно, но есть одно но – нулевые показатели интеллекта и удачи. Отчего врагу не пожелаешь, так это быть с Аквой в одном пати. Многоточие. Следующая на очереди – Лоретта Кристиана Амадио из аниме «Гангста» или «Бандитос». В настоящее время является главой семьи Кристиана. Несмотря на свой юный возраст, довольно умна, дальновидна и очень злится, когда ее называют ребенком. Она очень серьезно относится к своим обязанностям. Ко всем своим подчиненным Лоретта очень добра и внимательна. Ответственно подходит к распространению целебры среди сумеречных, и помимо этого она помогает им всеми возможными методами. И несмотря на все трудности и проблемы, она никогда не сдастся. Далее спасает наш топ Акико Йосна из аниме «Бродячие псы. Литературные гении». Молодая женщина, неотъемлемый сотрудник вооруженного детективного агентства. Обладает редкой способностью даже среди одаренных, которая носит название «Не отдавай любимой жизнь свою». Суть способности заключается в том, что она может с легкостью исцелить людей, но тех, которые находятся на пороге смерти. И зачастую, чтобы исцелить смертельно раненого человека, ей приходится, грубо говоря, добивать их. Несомненно, такое требует стойкости характера и огромную силу духа, чем и обладает Йосана. Теперь расскажем о строгой и серьезной начальнице тюрьмы Намба из аниме «Номернутые». 29-летняя Момока Хикушики, как мы и сказали, является начальницей самой охраняемой тюрьмы в мире. Каждый при виде ее сурового взгляда тут же впадает в истерику и с ором и дикими криками выбегает из кабинета, но только в том случае, если ее разозлить. Также она очень ответственно относится к своим обязанностям главнадзирателя и потому пользуется уважением у всех работников тюрьмы. Сильна и телом, и духом, чтобы не раз видели при просмотре аниме. Грех не заикнуться о ее внешности. Тяжелый выразительный взгляд, бордовые глаза, длинные волосы и неплохие формы. Следующая по списку Чиюки из аниме «Парад смерти». Молодая женщина с длинными темными волосами и добрыми фиолетовыми глазами. Обладает чутким и жизнерадостным характером. Помощница в баре Квин Дейким. Помогает проводить суд над умершими, и в отличие от Дейкима, она пытается им реально помочь. Большое внимание уделяет чувствам погибших, чем очень удивляет безэмоционального судью. Умна и не стесняется говорить, что думает. И последней в нашем топе будет Юкимура Чизуру из аниме «Сказание о демонах бледно-розовой Сакуры», дочь известного врача, в поисках которого она изобрела в Киото. Когда она спасалась от погони, ее защитили воины Сенсингуми, вследствие чего она попала к ним в штаб. После же стала их верным помощником. Хоть и слаба физически, зато сильна духом. Она очень упорно ищет отца, хоть порой ей бывает страшно. Пусть она и осознает свою беспомощность, она смело бросается в бой, чтобы попытаться защитить своих товарищей. Поздравляем прекрасных дам с нашим общим праздником! Оставайтесь такими же жизнерадостными, красивыми и никогда не унывайте! Если вам понравилось, ставьте лайки! А с вами были Эдитор Марго и Вампайя Сан! Всем калая, сайонара!